Пойдем дальше. Рассмотрим еще и ряд особенностей функций, которые помогают нам работать с инфоблоками. Пойдем дальше. Хотел еще пару слов сказать о GetByID классе CIBlockElement. Это обертка над GetList класса CIBlockElement. Она не позволяет нам вернуть пользовательские свойства, не позволяет ограничить возвращаемые поля, убираются все стандартные. Учитывайте это при выборе функций API под конкретные ваши задачи. Рассмотрим функцию subquery CIBlockElement. Данная функция позволяет делать подзапрос. Но важно учитывать, что результат ее работы можно применять только к поле ID элемента основного инфоблока, либо к пользовательскому свойству связи с элементами. Набор параметров вы видите у себя на экране. Данная функция используется разработчиками нечасто, хотя может решить целый круг задач. Каких же? Ну, например, когда нам нужно осуществить выборку элементов информационного блока, фильтрую выборку по полям другого связанного инфоблока. Или когда нам нужно фильтровать по полям связанного инфоблока, но в случае отсутствия прямой связи между ними. А связь осуществляется через дополнительные инфоблоки. Для фильтрации по нескольким значениям множественного свойства. И для ряда других задач. Частично мы можем обойтись без subquery, только по getList. Например, мы можем фильтровать элементы по стандартным полям связанных инфоблоков. Но сделать это по пользовательским полям связанных инфоблоков уже не можем с помощью getList. Как раз тут и самое время использовать subquery. Теперь попробуем применить subquery в реальной ситуации. Отберем товары, у которых связанная новость имеет заполненное поле с символьным кодом data. У нас новость имеет поле связи с товаром. Вот наш собственный код формируется, getList, фильтр, происходит выборка. И давайте посмотрим результат. Вот у нас в результате выявились товары. Найдем данный товар. И теперь давайте найдем новость, которая с ним связана. Вот мы нашли новость форум производителя одежды, который связан. Заходим. Вот у нас свойство data. Оно заполнено, вот оно выводится. Давайте очистим это свойство. Обновляем страницу. Как видите, пропало. Вернем назад, применили, обновили, опять товар домашний тапочек любимый спорт у нас вывелись. Такую выборку с помощью просто GetList мы бы не смогли сделать, потому что мы не можем отсортировать по полю связанного элемента. Как вы помните, GetList нам возвращает привязку к разделу только с наименьшим индексом и только с одним. Вне зависимости, к скольким разделам элемент привязан. Для решения этой проблемы есть функция getElementGroups. В данную функцию мы передаем ID элемента или массив ID элементов, и нам возвращается информация обо всех привязанных секциях ко всем указанных элементам. Также мы можем использовать не только стандартную привязку к разделу, но и привязку из пользовательского свойства типа привязку к разделу. Вот у нас есть элемент, новость, с ID 361. Посмотрим, к каким разделам она привязана. Активная группа, тест, почему конкурентоспособен бур. Вот три раздела, которые привязаны. Нам необходимо получить их все три, потому что getList вернет только одну с наименьшим ID.
Соответственно, с помощью getElementGroups класса CIBlockElement мы получаем, передаем ID и, собственно, смотрим, что у нас получилось. Вот первая секция, группа тест, активная группа с описанием и всей информации. И третья группа, почему конкурентоспособен ВУРП. Вот все три группы, вся необходимая информация о них была выведена. Также еще есть функция getMixedList класса CIBlockSection. Эта функция возвращает одновременно список разделов и элементов. Детальнее вы о данной функции можете прочитать в документации. Хочу обратить ваше внимание, что данная функция очень прожорлива и требует много ресурсов для работы. Рекомендую использовать ее очень аккуратно.